аутентификация. Вы должны носить маску. Успешная аутентификация. Лето поменяло географию. Турция, Греция. Мы его привозим в фотографиях, в ракушках, специях. Небо пятизвездочное скроется, и загар смоется. Запах пахлавы на пляже, шелест шубы с распродажи. Вот и все, что вспомнится о нем. А мне милее лето, то, что в плавке с якорем одето. Лук в цветах и васильки в букетах. Чай и бабушкин пирог, а после него со вкусом вишни сладкой. Твой первый робкий поцелуй украдкой. И адрес надписью пиши в тетрадке. Адрес лета моего. Боишься? Не бойся, Маруська. Я тоже боюсь. Папа, я боюсь. Да ладно тебе. Я в руки возьму ее. Я предупредил. Я в руки сейчас возьму. Нельзя тренажерный инструктор внимательно слушаемого. Возможно, сильный тормоз, типа касания в мат. Это не тремя опасно. Отъедете, нет, а если у вас скажет, пойдете одну руку, можно отпускать, второго нет. Держимся здесь, трёшь. То есть одну руку обязательно держаться? Да, вот за две. За две, ага. Столик рядом с деталями не трогаем, потому что выше блок не поднимаем. Понял. Сядьте, попробуйте удобнее, ничего не дают. Не, нормально. Сколько весит? 85. Это от ветра, что ли, прошу, да? Для стабилизации скорости, да, скорость очень большая. Садимся ножки вперед. Не, ну после отказа Я прям передержал. Ну как, Марусь, тебе? Классно. Что вы снимаете? Еще будешь? Эй, кря-кря, будешь еще? Вон еще одна летит, смотри. Это не нас сейчас атакуют. Где еда? Где еда? Еще одна. А, блин, хотел. Ты, я не помню, ты на кого орешь? На них или на меня? Ты определись. Это я выпросила, пошли вон отсюда. Фига. Опа-на! Первая рыба! Ну-ка, Лёха, что это, верховка? Ну да, верховка. Уклейка, да? Да.
Опа, и у меня клюет. Без прикормки причем, смотри. Я еще замешаться не успел. А уже поклевка. А вот как тут замешаться, чтобы не аукнуться туда? Непонятно. Леха, за садком-то придется идти, видимо. Смотри, рыба какая-то. Их нифига себе. Леха, это что? Плотва шикарная, да? Че, пошел я за садком. Глянь, прям отличная плотва. О, обалденско. И такая поклевка жадная. Лёх, щука схватила поперек какую-то рыбку, которую клюнул на фидер. А я смотрю, что загибает прям. Все, бросила. Я не пойму, что за рыба-то. А, слушай, так это голавлик. Щука, да, поперек его схватила. Опа, вот такая вот она рыбалка. Да, вот он весь покоцанный, но жить будет. Всем привет, я на реке Сясь. Приехал к Лехе в гости. Лех пошел со спиннингом, я сижу с фидером. Вот такой голавлик попался, которого щука атаковала. Жить будет, я думаю. Тут целая проблема, чтобы закинуть. Чуть дальше примерно самая глубина. Вчера с Лехой с эхолотом тут ходили, смотрели, максимальная глубина 2,1 метра. Самая глубина. И именно здесь, потому что вот поворот реки идет. И вот тут вымывает. Вот там вообще 30-40 сантиметров у того берега. Ну, клюет сразу, как только забрасываешь.